всегда тяжело выбирать победителей. Почему? Потому что достойных, конечно, в разы больше. А учитывая, что у нас в сфере здравоохранения в Вологодской области трудится более 15 тысяч медработников, врачей, медицинских сестер, и фельдшеров, и санитарочек, и помощников врача, соответственно, всегда выбирать сложно, но мы стараемся и выбираем лучших. Критерии оценки были направлены в первую очередь на профессиональные качества, компетенции в области здравоохранения, умение работать в команде, эффективность работы с пациентским сообществом, количество жалоб и обращений со стороны жителей области по качеству оказанной медицинской помощи. Конечно, это очень радостно, приятно, когда твои заслуги и видят и, в общем-то, наше руководство департамента. Ну, если люди узнают о том, что есть доктора, достойные такого звания, что нас не будут бояться, к нам будут обращаться за помощью. В работе врача важно, чтобы пациент мог тебе довериться, чтобы он видел в тебе действительно помощника, и тогда результат будет положительный.